Что у нас здесь? Ага, давайте улучшим дамейдж. Полностью. А, ну это дамейдж именно воинов. А это атака, скорость атаки именно стрелков. Нам нужно вот это вот. Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру. Замок наш, и улучшаем наших воинов, будем улучшать и наших лучников. Хорошо. И отправляемся на карту и попробуем завоевать все-таки этот замок 130-й, да? О, подожди, в смысле, алло, смотри, 100-й замок есть. Это замок вообще, да? Блэктаун, да? Да, замок, почему мы будем вот это 100-го уничтожать? Конечно, зачем нам уничтожать тут замок 130-го уровня, когда у нас здесь есть 100-го уровня? Нифига себе, почему я раньше не видел? Ладненько, что ж, отправляемся. Так, будем экономить ману, ребята. Надо ману экономить, потому что по опыту моему, когда заканчивается мана, все очень нехорошо. Ух ты, подожди, алло. Ну, вроде бы, смотри, мы замок прям завоевываем нормально. И это при том условии, что у нас 100-й уровень замка. Может быть, и даже 130-й тогда завоюем, а? Ух тышка, неплохо. Уничтожили замок, офигеть. Виктори, победа. Офигеть, да. Давайте немножко улучшим наше поселение. О, так, не хватает денег. Ну, ничего страшного. Так, поселение у нас уже есть. А, это было 100-го уровня. Так, давай 130-го попробуем. А что там, 100-й, 130-й уровень, в принципе, оно рядышком лежит. Я не думаю, что будет прям сложно нам завоевать. Так, птичек отправляем сразу. Так, лучниц увеличиваем, мощность. Да, неплохо такие. Так, ребятушки, вы нам нафиг не нужны. У меня солдатов нету, я солдатов же заменил. Сначала на лучниц, а потом на этого Зевса. Да, солдатиков-то у меня нет. Блин, как плохо. Нам нужны солдатики. Так дело не выйдет. Давайте постреляем в замок, не знаю. О! Не, нифига ничего не дало нам. Слушай, давай здесь этот, молнию сделаем. Ух ты, ребята. Давайте, нормально работайте. Мы должны победить этот замок. Да. Лучники прям хорошо, смотри, видишь, я говорю, прокачивать надо лучников. Да, нормально, смотри, теперь замок мы мочим. Нам надо прокачивать лучников все-таки, да. Так, молнию сделаем сейчас. Угу. Так, все, ману мы экономим. Слушай, ребята. А, сейчас мы тогда вот этого монстрика большого выпустим. И вот этих наших ребят, ангелов. Давайте, ангелы. Кастл у них, смотри. Что-то у них кастл остановился. Остановился кастл. Нам нужно его завоевать. Еще немножечко. Давайте, работайте. Ух ты, елки-палки. Смотри, прибежали вот эти чуваки. Давайте их сейчас немножечко током. Электрошокером побьем. Вот, ну в принципе, мы сейчас завоюем его, смотри. 2900, нормально. Это 130 уровня, замок 130 уровня. Офигеть. Все-таки мы уничтожили его. Молодцы, лучники. Все, забираем его себе. Так, давайте его улучшим. Сколько у нас вообще хватает денег на улучшение? Ага, кончилось. А, замечательно. Сколько у нас замков там? Слушай, 1, 2, 3, 4, 5, 6 замков. Офигеть. 130 уровня. Так, а там где-то 160 есть. Вот. Давай попробуем 160. 130 мы победили. Так, хорошо. 130 есть. А 160 завоюем мы 160 или нет? Ребята, как вы думаете? Интересно. Побольше вот этих вот ребятушек. Так, а ну-ка, подожди. Молнию срочно. Так, что у нас здесь происходит? У нас нету этого большого монстра. Ёлки-палки, смотри. Ай, быстрее монстра кого-нибудь. Алло. Так, лучницы, давайте работаем. Стреляем. Так, все, монстр пошел. Давай, монстр, не подведи. Так, давайте сразу ангелов. Ангелов сюда. Да, тяжело берется, конечно, замок, я вам скажу. Это достаточно-таки непросто. Ну, посмотрим. О, пошли на замок, смотри. О! Так, эти ребятки идут, мне не нужны. Давайте их молнией уничтожим. Так, лучницы, давайте стреляйте побольше. И сейчас монстра одного выпустим. Выпускаем монстра и летающих дев. Ангелов. Давайте, ангелы. Работайте. Во, нормально. Уже половина здоровья. Замка мы уничтожили. И пока у нас еще есть мана.
Манна это тема. Так, нужно давай молнию сюда. Ой, хорошо, хорошо. Так, пока все, экономим манну. Нам нужно экономить. А где наш этот самый? Подожди, а где наш герой? Они героя моего убили, что ли? Что, правда? В натуре они убили моего героя. Фига, героя нету моего. Офигеть, все-таки, смотри, сложный замок попался, а? Все-таки замок, не знаю, победить его будет сложно, конечно же. Да, так, давайте сразу. Молнией немножечко побьем их. Блин, смотри, как много, слушай, что-то вас очень много, алло. Алло, 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 здоровье мое уничтожается, офигеть. Ребята, ребята, что творится? Не знаю. Ах, маны нет. Все, мана закончилась, ё-моё, и все, я не смогу победить. Да, 170 уровень замка, это очень тяжело. Очень тяжело победить такой замок-то. Все, все, а нет, еще пока живу. Пока живу, у меня здоровье вообще ни о чем. Пока вообще здоровье ни о чем. Не знаю. Не-не-не-не, сейчас завоюют меня. Сейчас меня уничтожат. Да, все, блин, 22 у меня жизни. Нифига себе, блин, все, они сейчас меня уничтожат, все, уничтожили. Да, это какого был уровня? 160-го. 160-го пока мы не можем улучшать. Так, а ну-ка посмотрим. Ну, да, действительно, 160-го мы не можем. И здесь у нас тоже много чего нет. Ну а всего. А, подожди, мы 160-й уничтожили, тут есть 140-й, что-то какой-то замок. А, ну что это такое получается? А, мы сейчас что-то откроем с вами, ребята. Давай посмотрим, что мы здесь можем открыть. Или сейчас можем или нет. Вау, вау, вау. Что-то здесь конкретно тяжко. Тяжко, 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 ребята. Попробуем, попробуем, не знаю. Получится, нет, не знаю. А, ну в принципе, смотри, да, получится. Вот что самое интересное. Тот замок мы не можем завоевать, а вот этих ребятушек скилл там немножко меньше. А завоевать можем. Да ё-моё, как так? Ох ты, вот он, вот он, вот он, вот он, чувак, который босс. Который босс прибежал. И нам самое главное его вот уничтожить. Ох ты, есть, сдулся, сдулся. Так, you got the position mastery. А, что-то мы открыли какую-то позицию мастера. Так, а где? Где позиция мастера? Алло. Может быть здесь? Нет. Так, здесь мы ничего не можем купить. Да денег не хватает. Так, показывают, что нету денег. Хорошо. Значит, мы сейчас быстренько деньги заработаем и посмотрим. Конкретно. Ну, сказали, денег не хватает. Если денег не хватает, значит... Значит, мы должны заработать немножко денег и купить. Значит, должно продаваться все-таки. Значит, продается. Либо что, просто денег нету, значит. А мы вам ничего не продадим? Шахтера, да? О-о-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо. Денежку. Так, лучше эти самые ангелы давайте работать. О, сколько мы? Ну, 40 тысяч уже, нормально. Неплохо. Так, смотрим. Ох ты, все, победа. Победа, ребята. А давайте купим шахтера тогда. Им сказали, у вас не хватает денег. О, купили. Осталось еще одного шахтера купить и все. Да? А, видишь, не хватает денег. Попробуем еще одного шахтерчика купить тогда. Смотри, сколько они нам денег приносят. По 40. По 40 золотых монет. Офигеть. Давайте, шахтерчики, работайте. Что у нас здесь? Ага. Давайте улучшим дамейдж. Полностью. А, ну это дамейдж именно воинов. А это атака, скорость атаки именно стрелков. Нам нужно вот это вот. МП рекавери. А, в смысле? Мана рекавери 10%. Нам нужно вот это улучшать. Мана рекавери. Алло. Так, это что такое? Summoned Unit Damage. Это неинтересно. Castle Defender. Защита замка. Тоже непонятная. Конечно, а почему я совсем не прокачал вот эту вот штуку? А? Вопрос. Почему я не прокачал вот эту вот штуку? Вот это ХП вообще смысла нет. Прокачивать. Нам нужно ману прокачивать. Ладно. Ладно, делаем так, значит. Поиграем немножко, будем прокачивать ману. У нас мана, видишь, вообще мало ее. Нам нужно ману прокачивать. Чтобы мана побыстрее. Побыстрее мана восстанавливалась, чтобы мы могли многих вызывать наших друзей.
Так, 46 тысяч уже, 47. Давай, 48. 49. О, эти летают. Слушай, ангелов срочно. Срочно ангелов пускай. Лучница, давайте быстренько работайте. Вот, а все, мы ее победили, слушай. Давай сейчас молнией вас поджарим и все. Хорошо. Хорошо. Так, у нас ничего не добавили здесь, да? А давай попробуем еще одного работягу купим. Ах, нифига, видишь, нифига. Так ты не особо и не купишь. Так, а вот это что такое у нас? Ага, тоже не дает покупать, зараза. Это что такое у нас? Тоже мы ничего не можем здесь купить. Ладненько, ничего страшного. Отправляемся дальше. Давай улучшим замок. Ох ты, ё-моё, нажал на улучшение замка. Смотри, какая-то фигня встала. Где у нас наш замок-то? Какая-то куча... Куча глины. Они сидят на куче глины. На куче глины. Ладно. Мы все равно как бы здоровье там, мы все равно прокачиваем этого самого замка нашего. Так что я не думаю, что как выглядит. Он может выглядеть и так страшновато, но, в принципе, неплохо. Так, этот чувак нам 5000 приносит. Тоже это мало, мало 5000. Да ё-моё, сколько у вас, а, здесь, ребят? Очень много, давай, волшебников. Молнии добавим. Все, победа. Так, прокачиваем еще раз наш замок. Вот, потихонечку что-то прям прокачивается. Две... надо было посмотреть, сколько у меня было вообще здоровья изначально. Нашего замка. Сейчас пока у нас здоровье 2450. Надо посмотреть, что у нас будет потом, да? Надо ману прокачать. Все, чтобы я не забыл, нам нужно прокачивать ману. Побольше причем. Так, вот идет чувак. Давай еще молнию сделаем. Так, летающие эти самые птички. Давайте мы их быстренько. Быстренько убьем. Хорошо. Неплохо. Так, босс. Босс бежит. Собака, а? Зеленая собака. Все. Отдыхай, босс. Нормально. Так, смотри. У нас получается 2450. И получается 2500. Просто так вот. Добавляется не сильно и много. Так, ну, денег мне нету. Поэтому надо дальше сражаться-то. Ой, ну так неплохо, в принципе, да? Все равно потихонечку прокачиваем замок. Ну, какой-то вот мне не очень нравится такой кусок глины. Прокачать, ну, чтобы хотя бы он красивый был. Но у нас задача... О, господи. У нас задача стоит в другом. Нам нужно лучников прокачать. Да. Сейчас мы пойдем еще на карту, попробуем там улучшить поселение. Чтобы нам больше денежек приносило. Так, давайте это тут быстренько сделаем. Тут вот это вот тоже. Потихонечку тоже будем всех уничтожать. Так, победа. О, давай все-таки ману лучше. 20%, нифига себе. Сразу на 10% получилось. Вот. Будет быстрее. Так, лучницу. Одного лучника мы прокачали. И зайдем здесь, посмотрим, где у нас поселение. Вот у нас. Так, сможем мы его прокачать, да? Прокачали один раз только, блин, денег нет. Хорошо. А, это что у нас такое? А, мы это завоевали. А, тут нифига 200 аж, нифига себе. А ну, попробуем. Ну, давай попробуем батл. Батл. Двойная скорость, нифига себе. Так, что у нас там по регенерации маны? Стало быстрее немножечко, да, регенерироваться или нет? Ну, вроде бы чуть быстрее стало. Ох. Так, давайте тут выстрелим. Так, чувачок наш побежал, давай. Так, здесь пострелим. О, ну мы завоюем, спокойно, смотри. Вообще нормально, изи. А почему-то, почему так? Хотя стояла, как бы, большая такая, знаешь, уровень-то большой у него стоял. А, вот он, босс бежит. Вот поэтому, блин, мы проиграли, конечно. У них там босс мощный был. Ладненько, ну что ж. Давай еще раз быстренько поиграем здесь. Посмотрим, как мы вообще справляемся. Справляемся там неплохо. Только почему мы завоевать не можем? Давай вот этих всех лучниц прокачаем. Но по-другому никак. К сожалению. Было бы, конечно, как. Было бы веселее. Было бы веселее намного.
Но получается, пока мы не можем прокачать этих лучниц максимально. Что они дорого стоят. Они очень дорого стоят, ребята. Так, смотри. Карпуши прилетели. Так, все, мы их быстро уничтожили. Хорошо. Победа. Неплохо. А, вот этого чувака мы можем вообще прокачать, а либо купить другого конь, да? А кого тут купим? Давай за 50. Посмотрим за 50. Я вот этого скелетончика может купить. 330. А, 330 сила у него. А у этого первого сколько силы? Тоже 330. А мы его вообще ни разу не прокачивали, слушай. А, скорость стрел. Так, 10 и 15. Так, у этого что? 5, 264 у нее маленькая. Так, а ну-ка, давай вот этого посмотрим. Скелета. Тоже Симон, Туа, Сервант. Так, это непонятно. Так, Тролль Кинг. Какой-то тролль. Блин, может вот этого купить, а? 600, что-то там еще. Ух ты, а это что такое вообще? Скорость атаки слабая. Нафиг. Давай вот этого чувака нашего прокачивать, да и все. Ох, 659. Удар и дамейдж на 90, на 30%. Ага, давай его купим. Где, а где он был, блин? Вот этот, кажется. Слушай, да. Давай его купим. Так, тейков. Тейков. Вот сюда. Так, а мы его убрали, слушай, алло. Давай его поставим. Все, использовать. Посмотрим, что за чувак, слушай, давай, поехали. Ох, нифига у него какой этот самый. Дрыгалка. Прикольно у него, смотри. Ездит и сверлит их всех. Да, но у него, смотри, здоровье. Оно вообще не восстанавливается, как бы, по идее. Ну ничего, ничего, он там их просверливает, да? Неплохо. Интересно, интересно. Сверлильщик, но у него и здоровье, блин. Здоровье уменьшается. Ну, как бы закатку он не умирает. Но все равно. Все равно непонятно, короче, чувак. Ладно. Ладно, будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.